эфире Народное славянское радио. Поехали! Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 3 апреля 2018 года, вторник, по одному из старинных 33-й день месяца пробуждения природы 7526 лета, четверик. Вакуум, градиентная терапия. Смотри, второй раз удалось выговорить. Значит, не зря целый час тренировался. Автор этого нашего эфира Захар Белинский, Арирад. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только в чатах, которые доступны нам, администрации Народнославянского радио. Это чат, который находится на сайте slavradio.org, slavradio одно слово. Вот. И также в чате нашего канала YouTube, youtube.com/slavradio. На других сайтах мы не видим ваших вопросов, не видим ваших реплик, комментариев, в том числе не только, которые в живом эфире происходят, но и те, которые идут вот уже в записи. Если вы хотите что-то задать, вернее так, хотите какой-то вопрос написать и какую-то реплику нам отправить, то, пожалуйста, делайте это на наших сайтах. Других сайтов мы не наблюдаем. Ну вот и пришло время тебе ответить за свои слова. Да, давай. Да. Ну что ж. Иван Капуста. Вопрос в эфир. Воздействие меняется в зависимости от диаметра прилегающей плоскости банки или ее объема. Нагретые банки – это ВГТ? Нет, нагретые банки – это не ВГТ. Нагретые банки – это вот, горячая вакуум-терапия, условно говоря. ВГТ – это холодная вакуум-терапия, то есть холодные технологии постановки банок. Значит, можешь повторить первую часть вопроса? Там какие-то вот эти закавыки были, там площади и так далее. Конечно, конечно. Воздействие меняется в зависимости от диаметра прилегающей плоскости банки или ее объема. И плоскости, и объема. Дело в том, что ткань же затягивается внутрь. Конечно, если будет большая плоскость прилегания, но маленький объем, допустим, блюдце поставим, мы не получим эффекта ВГТ. Для эффекта должна быть и широкая плоскость прилегания, и возможность засасывания внутрь объема большого. То есть не зря банки делаются, допустим, 5-литровые, чтобы могли себя побольше живота втянуть, скажем так. Вот так можно ответить. Хорошо. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Как убрать лимфоузлы? Банки помогут в этом? Благодарю. Ну, я бы категорически не рекомендовал убирать лимфоузлы. Лимфоузлы нужны. Если речь идет о том просто, что лимфоузлы увеличились в размерах, вот, то вообще на увеличенные лимфоузлы считается, что не нужно ставить банки во избежание каких-то непредвиденных последствий. Но увеличенные лимфоузлы говорят о том, что там отфильтровалось достаточно большое количество некой инфекции. И туда происходит приток лимфоцитов клеток иммунной системы. Вот за счет того, что внутри лимфоузлов скапливается много клеток и иммунной системы, и патогенных, они увеличиваются в размере. То есть обычно увеличение лимфоузлов в какой-то части тела говорит о том, что в этой части тела где-то есть проявление инфекции, и организм с этим борется. Не просто инфекция, а именно что организм борется с ней. Вот, допустим, недавно из практики был случай, когда при применении стимулина, применении его на голову пациенту капнул, причем двум одновременно, два пациента были, одному капнул, другому капнул, у одного лимфатические узлы на шее остались в прежней форме, а у другого лимфатические узлы увеличились. Вот это как раз говорит о том, что составляющие стимулина D, они повоздействовали на находящуюся в этой локализации инфекцию, и она начала потихоньку убиваться, уничтожаться и проходить через лимфатические узлы. Вот так. Угу. Далее. Алексей Дорогой. Это так он представился, наш слушатель и зритель. Вопрос в эфир задает. Самому себе куда лучше ставить банки для профилактики организма? Благодарю. Благодарю за вопрос, Алексей. Самому себе банки можно ставить куда угодно, куда дотянетесь.
Вот. Но если для профилактики, очень удобно, ну, с точки зрения удобства, ставить себе на живот. Очень удобно ставить себе, допустим, куда-то на плечи. Можно ставить себе банки, допустим, там, на грудь. Можно при помощи специального, скажем так, при специальной трубочке насадки к насосу, к вакуумному насосу, можно банки ставить себе на спину, на ягодицы, на ноги, на колени, в принципе. Ну, одним словом, куда дотянетесь. Там, где есть проблема, там, где чувствуете дискомфорт, какие-то болевые ощущения, вот туда сами себе можете ставить банки. Скажи, пожалуйста, а вот этот гравицаповый пепелац, сколько он вообще обходится и с какое количество этих вот трубочек нужно? Ведь одно дело, ты занимаешься этим профессионально, а другое дело человек, например, для дома сделает. Но если для дома, то вот этот аппарат, который я вам показывал, вот сейчас, секунду, сейчас я перейду снова на пепелац. Так, чтобы не объяснять на пальцах, сейчас покажу. Так, вот он, пепелац. И здесь мы видим 4 вакуумных контура по 12 сосков. Да, то есть здесь и предусмотрена возможность одновременной постановки 48 банок. Вот. Можно сделать, конечно, для домашнего использования аппарат, который рассчитан всего-навсего на 12 банок. Но ситуация в чем? Что вот эти вот, собственно говоря, вакуумный контур и трубки – это, скажем так, самая дешевая часть этого аппарата. Поэтому много на самом деле вы на нем не сэкономите. Он обходится достаточно дорого. Себестоимость его достаточно высока. Если кого-то интересует стоимость, ну, пишите в личку, тогда скажу, но скажу, что он не дешевый. Не хочу заниматься рекламой, тут какие-то стоимости озвучивать. Если кому-то будет интересно, пишите, сколько стоит там аппарат, опишу, расскажу. Но экономить на количестве вот этих вот выходов, ну, особого смысла нет. Потому что вот эти вот коллектора, ну, которые обуславливают с собой выходы, вот эти вот тройнички, трубки, переходники, это самая дешевая часть. Немало стоит сам насос, немало стоит тут коммутирующие там, устройства реле, вот эти вот клапаны, вакуометры. Ну и так далее. Единственное, что, конечно, на стойке можно, на вот изготовление стойки можно сэкономить, но стойка, она еще выполняет роль некой, вот видите, тут корзинки сзади приспособлены, стоят банки. То есть на эти корзинки можно сложить и другие физио, там какие-то препараты, которые используются. Вот, трубки. Так, трубки стоят тоже, в принципе, но они, нельзя сказать, что они дешевые, но и они недорогие. Длина вот такой одной трубки составляет 2 метра. Можно сделать ее короче, но я сделал их по 2 метра, чтобы можно было, в принципе, достать до стола, который стоит на некотором удалении. В других примерах я видел, когда другие производители, они делают этот вакуумный аппарат и вплотную делают короткие трубочки, вплотную поднимают, подвигают к нему кушетку. И если только в этом процессе делать вот эту терапию, тогда да. Но я иногда делаю еще другие процедуры одновременно с постановкой банок. И мне неудобно использовать стол только с одной стороны. Мне нужно заходить к пациенту с разных сторон. И вот для того, чтобы иметь возможность двигаться вокруг стола, я делаю трубки длиной 2 метра. То есть их повесил, и ты можешь, в принципе, ходить и справа, и слева заходить, как тебе удобно. Вот. Но что касается даже себестоимости вот подобных аппаратов, то себестоимость может достигать там, 150 тысяч рублей. Душевненько, душевненько. Да. Вот я так смотрю на это все приспособление, на это гравицаповый пепелац, и вот думаю, что в данном случае в твоих руках пациент, ну вот реально должен переводиться так, как он и переводится, терпящий и тихий. Да, терпящий и тихий. Ну, ты знаешь, действительно, человек, который без предварительной подготовки заходит в кабинет, он так несколько странно на все это оборудование смотрит, знаешь. То есть пришел, и сейчас его к какой-то машине подключат, особенно так женщины с таким недоверием. Женщины, конечно, более недоверчивы, чем мужчины. Они с таким недоверием смотрят. Этот ужас, знаешь, мужского творения, вот это вот все такое железное, блестящее. Вот, и стрелки какие-то, что там щелкает, клацает, гудит. Вот, это, конечно, на них наводит такой некий тихий ужас. Вот. Угу. Я тебе рекомендую познакомиться с правоохранительными органами. И пускай они будут приводить на допрос к тебе добрых людей,
и будут спрашивать, ну что, сразу расскажешь или на столике полежишь? Ты знаешь, моя бабушка, она вот такой случай, когда я вот что-то подобное ляпала, она мне говорила, типун тебе на язык. Вот. Так что... Ну ладно, раз про бабушку заговорили, давай про бабушку и продолжим. Анжела Шимшур, вопрос эфир. Моя бабушка лечила людей и ставила банки, и потом делала надрезы по коже. Для чего? Вот это не я придумываю такие вопросы, это нам пишут. Так что вот зря ты там про этих вот ментов там и прочих там следователей ты так сразу отмахиваешься. Вот здесь уже с надрезами дело пошло. Ну, в общем, такие методы применяются сегодня. В основном, ну, это методы венесекции, так называемые, кровопускания. В принципе, то, что она ставила и потом делала надрезы, в этом есть своя логика. Вот. Ну, она тем самым выпускала застоявшуюся кровь из этих банок. На самом деле, ну, опять же, вот я выражаю свое мнение, скажу, что это делать нецелесообразно, потому что человека именно эта кровь и лечит. Банку, когда ставишь, особенно вот при вакуум-градиентной терапии, то происходит движение крови. Вот именно сама эта кровь и лечит. И метод называется аутогенотерапия, то есть лечение собственной крови. Когда мы эту кровь выпускаем из себя, мы уменьшаем степень лечения. Есть такой метод, называется хиджама. Ну, арабский метод, где делают насечки на коже, потом только, правда, ставят банки для большего кровоизвлечения. И там они извлекают кровь, но там эффект у них какой? Они делают насечки и заставляют, то есть этот метод тоже направлен на движение крови, но там движение крови с их точки зрения достигают за счет того, что происходит вот в надрезах, из надрезов кровь вытекает, старая застоявшаяся, а новая туда приходит. Но оно так и есть на самом деле. Но здесь же, видите, немножко другой процесс. То есть они надрезали, потом поставили банку, а поставили банку и потом надрезали. Но, честно говоря, на мой взгляд, это, ну, не совсем целесообразно. Так вот. Целесообразнее наоборот, надрезать и поставить банку. А поставить банку, потом надрезать для того, чтобы выпускать дурную кровь, что ли. Ну, в принципе, можно это делать, но опять же, для чего? Основной эффект тут в этой крови есть, потому что кровь, которая выходит из сосудов через вот этот разрыхленный сосуд, она несет в себе масса полезных содержаний. Там, где есть и серотонин, и гистамин, и кинины, и так далее, и так далее. Эти вещества расслабляют сосуды, они способствуют ликвидации повреждений в тканях. И когда начинаешь их из организма извлекать, ты уменьшаешь лечебный эффект. Со своей стороны я могу так прокомментировать это. Хорошо, идем дальше. Женя Макарова тебе пишет. Практикую вакуумную аппаратную терапию. То есть ты не один такой мучитель. Имеет ли она временные ограничения, если клиент возрастной? И сколько максимально может длиться она в области шеи, елочковой железы, груди? Благодарю покорно. Благодарю, Женя, за вопрос. Что касается шеи, то здесь бы хорошенько предварительно каким-то образом обработать, то есть размять шею, сделать массаж и потом уже ставить банки. Потом шея – это такое место, где синяки вылезают достаточно быстро. Это как синяк вылез, в принципе, уже дальше держать нецелесообразно. Можно переставить. Много синяков у возрастного человека ставить сразу, неважно где, на шее и так далее, не нужно, потому что обширные, скажем так, воздействия на сосудистое русло и обширное кровоизлияние, то есть уменьшение общего объема циркулирующей крови за счет той крови, которая вытекает, оно не всегда целесообразно и может привести к потере давления, там, к ухудшению самочувствия человека. Вообще с возрастными человеками, все, людьми, все очень индивидуально и все очень аккуратно, плавно и осторожно. Каждый возрастной пациент – это как хрустальная ваза. Вести его нужно очень-очень аккуратно. Вот. Что касается молочной железы, ну, скажем так, молочной железы, ну, не возрастного человека, но девушки, да, женщины, то сколько держать банку? Ну, если обычная банка, в статическом положении вы ставите 15-20 минут. Если при помощи вакуум-градиентной терапии, тут можно и 20-30, пусть она там покачает, все равно там никакого некроза из-за этого не получится. Почему банка держит 15-20 минут обычно? Чтобы не вызвать некроз ткани. То есть кровь туда пришла, ее зажали, кровоснабжение там временно как бы замедлилось, снабжение кислородом ткани замедлилось, и вот поэтому нужно через 15 минут отпустить, чтобы снова
кровоснабжение, снабжение кислородом получилось. Поскольку здесь ткань не отпускается, но еще нужно понимать такой момент, что насколько вы понижаете разрежение. Я в своей работе, ставя банки на этом аппарате, стараюсь нижнюю границу разрежения ставить минимально. Вот, в принципе, здесь на этом аппарате тоже видно, что вот до какого-то уровня поднята верхняя планка, а нижняя планка практически до минимума. То есть я ставлю такой уровень, лишь бы банка не слетела. И внутри живот практически полностью опадает, потом снова надувается, опадает, надувается. Ну, на других местах тоже. И в этом случае это защищает от возможности возникновения там, вот, нарушения питания тканей, что позволяет ставить банки на больше длительное время. Что касается вилочковой железы, то там тоже достаточно хорошо вылазят синяки, поэтому как синяк появился, так, в принципе, можно убирать оттуда. Перед тем, как ставить банку на вилочковую железу, я бы рекомендовал вилочковую железу простучать прямо там, по тому месту, где она располагается, через ладошку взять кулачком вот так вот и постукать. Тем самым улучшите. Можно гуаша предварительно на этом месте потереть, поскоблить. Вот. И потом поставить банку. Алексей. Хорошо. Солнечный денек. Вопрос, реплика в эфир. Поранил палец безымянный. Теперь на нем шрам. Опухоль по шраму. Нечувствительность выше шрама. Это может чем-то перебороть? И почему ты не отвечаешь в скайпе? Не знаю, ничего не читал. Вот, никаких ответов от солнечного денька, честно говоря, не получал. Может, мне написали? Не, ну он там под другим именем, просто здесь он солнечный денек, а там он под другим. Не знаю, может, смотря какой вопрос. Так вот, что касается нечувствительности, да, ткани, там опухоль на шраме, ну, непонятно, что за опухоль. А чувствительности нет, потому что перерезано. То есть, если шрам был, он перерезает нервное окончание, и чувствительность прекращается. Вот. Что можно сделать? Ну, здесь, если там есть какая-то опухоль на шраме, я даже, честно говоря, не знаю, что там можно сделать. Нужно сначала понять, что там за опухоль, потому что сейчас что-нибудь посоветую, что можно делать со шрамами для того, чтобы они уменьшились, а потом окажется, что навредили опухоли. Поэтому нужно какое-то фото опухоли и какое-то дополнительное описание, чтобы можно было что-то по этому поводу сказать. Ну, я помню, когда-то давным-давно распилил двуручной пилой себе руку. Да. Вот, и у меня там чувствительность пропала на какое-то время. Но потом, через несколько лет, стала восстанавливаться. Угу. Так что все нормально. Ну, да. Идем дальше. Может быть так, что все восстановится. На самом деле, давать какие-то конкретные рецепты по поводу того, что вот там сделать, но это надо более точно смотреть на предмет-то. Угу. А иначе так дашь рецепт, потом откуда-нибудь вывалится что-нибудь. Так, дальше. Вопрос от Дмитрия. Здравия всем. Можно ли ставить банки на женскую грудь? Благодарю. Такие вот вопросы интересные. Женщины задают уже вопрос такой. Мужчины также подрядились на эти вопросы. Мне кажется, надо просто без вакуум-терапии мужчинам и женщинам друг с другу так это скооперироваться и там все намять нормально. Ну ладно, вот, отвечай. Вот, я не то что отвечу, я покажу. Вот что нужно ставить, что можно ставить. Вот в зависимости от размера вашей груди, пожалуйста, выбирайте себе размер банки. Вот тут как раз есть первый, второй и третий размер. Вот. Но это кому третьего мало. А кому вообще мало, то можно. Нет, это не для груди. Вот. Ну да, ты еще оскорби наших девушек и наперстки покажи, да. Нет, вот если у кого побольше размера, то, пожалуйста, вот. Можно такие банки ставить. Ты сейчас в обратную сторону оскорбишь и коровами их назовешь. Давай так, ты просто показывай и все, и там даже не комментируй, а то потом поймают тебя. Вот вам набор, девушки, вот вам набор. Все, дальше сами решайте, у кого чего. Тут были у нас разговоры такие в чате, пока ты все это рассказывал, как раз этого всего касались. Ну там, а увеличивается ли после этого? Типа вот начнешь там с этой баночки, а потом через полгода тебе там уже и в большую банку влезать не будет. Ну, увеличивается, да, увеличивается. На самом деле, можно увеличить. Девчонки, увеличивается. Так, ну ладно, идем дальше. Детям. Можно ли ставить, спрашивает Анжела. И как их ставить, дайте руководство к применению. С какого возраста, ну и так далее. То есть детям с какого возраста и как ставить? Детям можно с самого маленького возраста ставить. Там, полугодовалым, годовалым, если в этом есть необходимость. Вот. Ну, аккуратненько, конечно, на небольшой промежуток времени, баночки небольшие, и вот локально там, допустим, вот маленькие детки бывают, кашляют часто в детстве,
здесь можно взять им спинку, прошлепать ладошкой, так вот, допустим, простучать, потом или кулачком простучать там по спинке и поставить баночки на там небольшое время там, и состояние дыхательной системы, состояние легких улучшается, потому что кашель и прочие простудные заболевания, связанные с легкими, с дыхательной системой, они часто возникают из-за вот именно застоя венозной крови. Ты-то своему мелкому пациенту ставишь банки, нет? Конечно, ставлю. Он у меня вообще молодец, профессионал, можно сказать. Он у тебя главный испытатель, да? Ну, да, типа того. Вот. Так что можно ставить детям. Ну, единственное, на небольшой промежуток времени. Смотрите, банка там уже начинает там становиться такой фиолетовой там, или бордовой. И достаточно, не надо перебарщивать. Сняли, поставили там рядышком на другое место. Наблюдайте за процессами происходящими, но в любом случае не более там, 15-20 минут. А вообще это максимум. Вообще ребенку там не более 5 минут поменяли. 5 минут поменяли, 5 минут поменяли. Угу. Тут Светлана написала: ну, увеличилось, и что дальше? Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Ну, Светлана, может быть и веселее, может быть и лучше, кто его знает. Это смотри, как подходить. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Не могу уложить в голове, как объяснить то, что у некоторых людей нет видимых доклинических признаков болезни, известных сегодня медицине. Ни на теле, ни на языке человека, а все анализы современные и жалобы человека показывают, что он болен. Да у нас вообще тут каждый второй, наверное, уже болен, если не каждый первый. А медицина, может быть, ничего не показывает. Что скажешь по этому поводу? Ну, я скажу, во-первых, не то, что клинических проявлений нет, а их не видно. Вот я пользуюсь такой замечательной книгой, автор Сальваторе Маджони, но, к сожалению, он не русский. «Секреты клинической диагностики». Там в этой книге 800 страниц. И вот на всех этих 800 страницах описываются вот клинические диагностические формы, то есть то, что доктор может увидеть. Вторая книга есть, «Полное системное руководство. Клинические симптомы». В ней содержится 400 страниц. Вот на этих 400 страницах тоже описываются симптомы. Поэтому наверняка симптомы есть, как минимум по глазному, по радужке глаз можно точно все это определить, там видно все эти моменты, просто нужно знать. По языку можно всегда сказать, что за ситуация. По глазам малейшие изменения в организме не всегда складываются на глаза. Если вы имеете в виду, что человек выглядит не больным, а анализы у него не очень хорошие, то так часто бывает, потому что патология после здорового состояния наступает не сразу. Ей предшествует, и между здоровым состоянием и патологичным есть промежуток, достаточно большой. Иногда это десятки лет. Этот промежуток называется дисфункциональное состояние. Вот когда человек находится в дисфункциональном состоянии, это, в принципе, и есть предмет воздействия целителей, желательно, потому что когда уже патология, там уже все, ну, сложнее все это. А вот когда человек находится в дисфункциональном состоянии, помочь ему проще и легче. Вот. И поэтому просто нужно внимательно просматривать человека, всматривать положение опорно-двигательного аппарата. Он обычно всегда собой сигнализирует, если есть какие-то проблемы. Другое дело, когда у человека есть проблема, а его анализы говорят о том, что у него все хорошо. Вот это ситуация, когда просто организм работает на пределе возможностей. Вот как двигатель, да, у него там уже какая-то проблема с, не знаю, там, с кольцами, с вкладышами, он все равно там еще тянет, потом уже что-нибудь там прогорает, и двигатель так, фух, все, я уже сдох. Так и здесь тоже. Организм крепится. Организм – это самоподстраивающаяся система, которая регулирует свои функции для оптимальной работы. Оно перестраивает опорно-двигательный аппарат, чтобы эти все смещенные органы как бы работали более-менее. Оно изменяет тонусы, там, изменяет просвет сосуда, общий объем циркулирующей крови, метаболизм и так далее. Подстраивает так, чтобы даже вот на этом чахнущем режиме организм все-таки вырабатывал норму. Но когда организм уже выдыхается, как эта загнанная лошадь падает, тогда вот мы сталкиваемся с патологией. И в этот промежуток, пока он подстраивается, мы можем не видеть изменений. Вернее, если мы, к примеру, сделаем еще биохимический анализ крови, элементы и так далее, мы по микроэлементам увидим неполадку. Вот. По форменным элементам крови мы ее можем не увидеть, конечно. А вот по микроэлементам обязательно там можно увидеть. Делая анализ гемотестирование, да, то есть гемосканирование, когда по капле крови мы смотрим, там тоже, в принципе, всегда мы можем увидеть реальную картину, потому что кровь в себе несет
принципе, реальная информация о том, что там находится. То есть ее густота, вязкость, невязкость, там форменные элементы крови в каком состоянии находятся, что там носится, какие вирусы, сколько у нас там лимфоцитов, есть ли там какие-то личинки чего-нибудь, там споры чего-нибудь. То есть все это видно. То есть можно, единственное, более внимательно к этому подходить. И такое утверждение, что как бы ничего не было, а потом мы заболели, просто это недостаток внимания, скажем. Хорошо. Алексей Дорогой сразу вспоминает анекдот. Дорогой Леонид Ильич слушает. Ну так вот, Алексей Дорогой тебе вопрос написал. Что полезнее, просто ставить банку или же делать надрезы, то есть получается кровопускание, или как сейчас называют, хиджама? Благодарю. Но ты уже ответил, поэтому если хочешь, отвечай или идем дальше. Ну, идем дальше. Анжела, вопрос в эфир. Поставили банки на теле синяки. Через сколько дней можно повторить? Непонятно. Если нужно 13 дней делать. Алло? Кого 13 дней? Что нужно 13 дней? Ну вот я еще раз зачитаю. Поставили банки на теле синяки. Через сколько дней можно повторить? Непонятно. Если нужно 13 дней делать. То есть получается, что 13 процедур или каждый день делать? Я понял, я, наверное, ввел в заблуждение вот этими своими таблицами. Сейчас. Вот здесь написано, да, где-то написано, кажется, здесь. Да, вот первая, третья фаза, 13-ю процедуру. Наверное, человек здесь прочитал, подумал, что 13 дней подряд. Это не подряд, это процедура. Может быть и каждый день процедуры, может быть и 3 раза в неделю, может быть и раз в неделю. Дело в том, что следующую постановку банок на то же место, куда поставили, нужно сделать тогда, когда там пространство, вот этот синяк, станет либо желтым, либо зеленым. Вот, то есть он либо пожелтеет, либо позеленеет, то есть станет мягким, таким полупрозрачным. Чем это обуславливается? Тем, что жидкая часть экстравазата, то есть там всего того содержимого, что просочилось сквозь сосуд, когда было воздействие на ткани, вот эта вот жидкая часть экстравазата этого, это сыворотка крови, она всасывается обратно туда, в сосуд уходит. Остаются красные кровяные шарики, которые уносятся в лимфатические сосуды. И гемоглобин, именно вот оставшийся гемоглобин, там все рассосалось, остался гемоглобин. Вот этот гемоглобин дает этот синюшный фиолетовый цвет. Частицы, которые там остались. И вот через какое-то время этот гемоглобин превращается в кристаллы гематоцида. Вот. И эти кристаллы гематоцида, они как раз и являются желтыми или бурыми, то есть такими зеленоватыми. Вот. И когда гемоглобин превратился в гематоцид, уже можно ставить следующий банк. В следующий раз банки ставить. Вот так. То есть когда синяк превратился в желтое или зеленое пятно. Стефани тут пишет, я за чатом одним глазом смотрю, сдохнуть можно, судя по снимкам. Кстати, никто там у тебя это в банке душу не отдавал, нет? Нет, души нет, души не отдавал. Все нормально, понятно. Не можно сдохнуть, Стефани, не можно. Так, что-то еще. Лучше банок могут быть только банки, на которых еще не видал. Те, которых еще не видал. Так, дальше. Юрий Стоматолог. Вопрос. С какого возраста можно делать банки? Максимальный диаметр банки? Какой может быть? И еще раньше использовали камфорный спирт для создания вакуума в банке. Принципиально ли это? Какие-то тут хорошие кадры ты показываешь, да? На самом деле, ну, не принципиально. Хотите использовать камфорный спирт, пожалуйста, используйте. Вот. С какого возраста? Ну, говорю уже, можно с самого маленького, там, с нескольких месяцев, с полугода, с года. Вот. Какой максимальный диаметр банки? Ну, вот в книге, там, в научной, они говорят 180 миллиметров. Ну, то есть это 18 сантиметров. Ну, в принципе, я думаю, что да. 180-200 миллиметров, я думаю, что такого максимального диаметра достаточно. Но если, конечно, человек будет весить там 200, то можно и ведро приспособить под вакуумную радиантную терапию. Там, просверлить его сверху, ставить этот сосок, надеть трубку, поставить ведро на живот 200-килограммового человека и делать ему вакуумную радиантную терапию. Но все зависит от размеров тела, от телес. Какие телеса, такой размер банки, собственно говоря, целесообразно использовать. Вот, например, видите, вот чудесные телеса, и вот банки, много банок помещается, а у кого-то даже одна такая не помещается. Вот такие дела. Ну да. Так, ладно.
Ладно. В общем, с какого возраста можно делать банки, ты уже отвечал. С самого маленького, да? Только да. Аккуратненько и осторожненько. Да. Вот, большие размеры тоже определили. Ну, идем дальше. Сергей Кустов, вопрос эфир. Арерат, поскольку эти методики, то есть вакуумная терапия, относятся к физиотерапевтическим воздействиям, то возможно ли сходные реакции при ее проведении организма, как, к примеру, бальнеологические реакции, бальнеологические реакции? И если возможны, то можно ли говорить о эффективности методик относительно реакций? Ты пока с Сергеем с точки зрения медицины поговори там по терминам, а я пойду чайку попью. Да, ну, бальнеолечение – это грязелечение. И, ну, честно говоря, я не знаю, как сравнить банки с грязелечением. Ну, возможно, что-то сходное есть. Вот. Я не великий специалист в бальнеолечении. Ну, конечно, да, там организм за счет пребывания в грязи, он обогащается микроэлементами, там, какими-то веществами, он через кожу пор туда попадает, какой-то эффект там производит, но все равно здесь важен именно процесс использования вакуума, разрежения и воздействия на ткани. Вот что важно, потому что момент растяжения важен, потому что в момент растяжения происходит воздействие на стенку сосудов. И именно в этот момент растяжения начинает выделяться и окись азота, ощелачивающее пространство. Именно в этот момент растяжения происходит разрыхление стенки сосуда, и получается экстраваза, то есть кровь выходит за пределы стенки сосуда и начинает там все вокруг лечить. При бальном лечении, насколько мне известно, там синяки никаким образом не появляются. И там, если стимуляция улучшения капиллярного кровоснабжения происходит, там происходит за счет других элементов, в частности, за счет привнесения в организм каких-то новых веществ. Поэтому я считаю, что эти методы несколько разнятся между собой. Может быть, конечно, у них какие-то сходные эффекты, конечные эффекты есть, но в целом методы разные. Вот. Поэтому не знаю, как в точности ответить на ваш вопрос. Когда ботают по понятиям, иногда вспоминается анекдот: папа, а ты с кем сейчас разговаривал? Ну, в общем, я все понял, что есть моменты схожие, но это не одно и то же. Ну, да. Главное, чтобы помогало. Ладно, идем дальше. Женя Макарова, вопрос такой практический. А резиновые банки для волосистой части головы тоже есть на AliExpress? Я не нашла. Или они есть в России? Да, есть и в России. Видите, там в поиске силиконовые банки, да и все. И они выйдут наборчиками, там продаются по 3, по 4 штуки. Единственное, очень внимательно изучайте, чтобы они были большие. То я однажды обжегся, там 4 нарисованы, но потом мелким шрифтом там написано, что диаметр самый большой, он на самом деле маленький. И самая маленькая там пришла милипуськая. Они их в рекламе сфотографировали такой масштабной съемкой, и кажется, что они большие. На самом деле они маленькие. Поэтому, ну и плюс они там, в принципе, не знаю, в моем случае долго шли, там разница в цене небольшая, их проще в России купить. Там, по крайней мере, вы видите, что там продаются, можно позвонить, узнать, что там конкретно. Вот. Но они есть там, силиконовые банки в строке поиска. Вводите, да можете в Яндексе вбить вот, в строке поиска там, или в другом поисковике силиконовые банки, и выдаст вам кучу наименований, адресов. Хорошо. Геннадий тебе вопрос задает. Захар, а по лечению позвоночника вокруг онного тканей возможно, насколько это эффективно? Какое не очень хорошее слово «использовать банки». То есть вот по позвоночнику, тут у нас тетенька такая счастливая, красненькая вся лежала, довольно. Там у нее этих банок штуки 3, что ли, или 4 стоял. Да еще вокруг было наляпано. Ты говорил, что баночка ставится на позвоночник, и после этого все ойки с позвоночника уходят. И сразу ох, как хорошо. Ох, вот как здорово. Я по поводу ойк, я говорю, что на живот ставишь банку, он живот засасывает, и позвоночник уже безболезненно становится. Вот. Да и на позвоночник тоже можно ставить. Никаких проблем там не происходит. Современная медицина пугает тем, что там банку поставишь, он там высосет что-то, межпозвоночный этот вот диск высосет там куда-то, он вылезет, никуда там ничего не вылезет, не вылазит. Все это сказки, которые не имеют под собой практического обоснования, это теоретические опасения. Там достаточно такая четкая есть обосновательная теория, моей точки зрения, и сейчас вот дословно я ее не помню, но у меня на YouTube-канале есть специальный ролик, там, где мужчина замечательный рассказывает о процессе постановок банок прямо на позвоночник. И вот он там четко, прям наукообразно, так по-медицински все это объясняет, и
если у кого-то есть сильное желание такое понять, в чем же разница, заходите на мой YouTube-канал, и там вот есть этот ролик, можете его найти, он там один из верхних, посмотреть, там про банки что-то человек рассказывает, вот, посмотрите, все поймете. Но вреда никакого нет, наоборот, только польза. Он, дело в том, что позвоночник, он же напрямую не кровоснабжается, то есть нет непосредственных сосудов, которые кровоснабжают кости. Там происходит диффузное омывание тканей, костных тканей. И поэтому, когда мы при помощи банок улучшаем микроциркуляцию различных жидкостей около позвоночных тканей, то тем самым мы улучшаем питание позвоночника. А почему позвоночник страдает? Позвоночник страдает всегда тогда, когда нарушается питание. То есть, допустим, тот же самый межпозвоночный диск, он иссыхается. На нем появляются некоторые трещинки, и при определенных компрессионных воздействиях он трескается, и через него выходит хрящ наружу. Вот таким образом появляется межпозвоночная грыжа, которая потом мышечными структурами ущемляется, у нас появляется защемление, воспаление там всякие и так далее. И поэтому, когда мы, ну, допустим, грыжа, и мы банкой вытягиваем, ставим туда прям на этот момент, где находится грыжа, ставим банку вакуум-градиентной терапии, то эти ткани расслабляются, зажим уходит, уходит болевые ощущения, уходит воспаление. Вот. Иногда даже такое происходит, есть зафиксированные как бы, документальные факты, когда при помощи использования вакуум-градиентной терапии на позвоночнике межпозвонковые грыжи они просто исчезали на последующих рентгеновских снимках, их не обнаруживали. Поэтому использование по позвоночнику вакуум-градиентной терапии или вообще вакуумной терапии это полезно и показано. Ну, то есть, правильно я тебя понял, что ставится на пупок здоровенная банка, если на противоположной стороне пупка что-то болит в позвоночнике, и боль в позвоночнике проходит? Ну, не только в проекции пупка, а может и между лопатками где-то болеть, понимаешь? Там в животе, если покопаться, можно отыскать иррадирующую боль, то есть которая будет отдавать в позвоночника, ну и в верхнюю часть позвоночника, может там вот, в плечелопаточную зону отдавать, и между лопатками, и крестец, и вот там поясничный отдел позвоночника. Любую боль, которая есть в спине, ее можно найти в животе. Любую. Вот человек приходит, говорит, у меня там спина болит, вот позвоночник в этом сегменте. Если хорошенько покопаться в животе, можно обязательно, зная проекционные зоны, можно обязательно найти эту боль в животе. И вот ставя банку и вызывая позитивные, скажем так, изменения в тканях живота посредством вот воздействия банкой, мы убираем вот эту вот боль. Дело в том, что боль в спине, опять же, с моей точки зрения, почему получается? Органы у нас и связками прикреплены к позвоночнику, они иннервируются из вот области позвоночника. Когда какой-то орган смещается, он как минимум вызывает натяжение этой связки, он вызывает изменение пролегания этого нервного волокна, и вследствие чего могут появляться какие-то болезненные ощущения. Когда же мы этот орган возвращаем на место, то это все может уходить. Когда он, допустим, бывает, что переполнен, ну, вернее, когда орган смещается, он же изменяет нагрузку на позвоночник, раз, и может изменять свой вес, если, допустим, на пол, там, застоя венозного, там, его капилляры набрали очень много венозной крови, и из-за этого вес его увеличился, он сменяется вниз. За счет использования вакуум-градиентной терапии мы можем изменять качество его капиллярного кровоснабжения, ставить его, вернее, смещать его в правильное анатомическое положение, тем самым убирать лишнюю нагрузку позвоночника и восстанавливать иннервацию. Угу. Когда ты сказал, что можно, когда в животе там покопаться, много чего найти, как-то это угрожающе звучало. Это так вспоминается, заходит доктор и говорит, здравствуйте, мои будущие пациенты. А вы кто, доктор? Я патологоанатом. Вот, да, если покопаться, много чего можно найти. Ну, давай все-таки дальше пойдем. Итак. Итак, Сергей Кустов, Арират. Места постановок при разных заболеваниях. Как правильно сориентироваться? То есть, как найти вот эти места, куда ставить банки? Благодарю за вопрос. Вопрос важный. Прежде чем делать любое какое-то лечебное воздействие, необходимо понимать, для чего, что и для чего мы делаем. Если, к примеру, ну, объясню на конкретном примере. Если, к примеру, у нас есть проблемная ситуация с желудком, вот, то банку целесообразно ставить. Ну, вернее, нам нужно понять, что с желудком происходит. И потом банку целесообразно поставить непосредственно в проекцию желудка. Банки можно ставить в проекции органов. Банки можно ставить
по каким-то рефлекторным зонам воздействия. Но обычно, если речь идет об постановке банок на живот, то здесь ставится банка в проекции органа, либо одна большая банка, которая подтягивает весь живот. Если банки становятся по спине, то здесь тоже возможна постановка в проекции органа. Грубо говоря, есть проблема с дыхательной системой, ставим банки на бронхи, на легкие. Если есть проблема с почками, ставим около почечной зоны. Если есть проблемы с кишечником, поджелудочной железой, то можно поставить со стороны спины в задней проекции эти органы, либо через переднюю брюшную стенку и так далее. То есть основной способ – это, конечно, непосредственно проекции ставим банки. Вот. Но можно рефлекторно воздействовать на какие-то зоны, ставить небольшие банки, тем самым вызывая рефлекторные раздражения, и тем самым через посредством нервной системы активизируете органы. Вот так. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Что ж за анекдоты такие, написала Светлана. Светлана, это жизнь. Это жизнь. И никто этого не избежит. Какая жизнь, такие и анекдоты. Давай будем... Ой, опять эти красивые фотографии. Давай будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Что-нибудь такое доброе, ласковое, нежное, успокаивающее, обнадеживающее, в конце концов. Чтобы жизнь наладилась. Чтобы жизнь наладилась. Да. Ну, чтобы жизнь наладилась. Ну, даже не знаю, чтобы жизнь наладилась. Ну, но... короче, приходите ко мне, я вас вылечу, да? Просто хочу пожелать всем нашим радиослушателям мира, добра, добрых семейных взаимоотношений. Мне сегодня посчастливилось посмотреть один ролик, мне прислали ролик, и он говорит о непроходящих, о вечных ценностях человека. Там сюжет посвящен рассказу сиделки в хосписе о своих пациентах. И вот она рассказывала, что какие ценности бывают важны человеку в последние его там, дни, часы жизни, ну, может быть, там недели последней жизни. И вот она говорила о том, что для человека... Потом уже, когда анализирует свою прожитую жизнь, для него важнее всего остаются такие качества, как любовь, семейные взаимоотношения, близость с дорогими, важными людьми. Многие сожалеют о том, что слишком много работали, слишком мало времени уделяли семье, любимым людям. Многие сожалеют о том, что в конце жизни что не занимались любимым делом. Многие сожалеют о том, что не высказали каких-то чувств тех людям, некоторым людям, которым относились с теплотой. И об этом жалеют потом в свои последние дни, часы, может быть, минуты. Замечательно, что есть такой ролик, и вот я хотел бы рекомендовать всем его посмотреть, для того, чтобы мы начинали просыпаться и жить в осознанности, понимать, что, может быть, уже сейчас пора начинать все это воплощать в жизнь, больше быть со своими близкими, меньше работать, ведь всех денег не заработаешь, и потом, если мерить немного свои потребности, то нам для жизни нужно не так много денег на самом деле. Вот. И поэтому мы сможем больше быть со своими родственниками, больше времени уделять детям, потому что вот, мужчины, которые все время работают, они зачастую не замечают, как вырастают их дети. Ну и женщины тоже, которые много уделяют время каким-то делам, кроме как семьи, потом оказывается, что нежданно-негаданно дети уже стали взрослыми, у них уже своя жизнь. А детство, скажем так, и мимо прошло. Вот я бы рекомендовал все-таки оглянуться и начать жить. Вот прямо в данный конкретно текущий момент. И мое завершающее пожелание на сегодня. Желаю всем любви. Вот. И душевного, семейного тепла. Тепла от близких людей. Вот. Ну, так что, ну вот так вот. Любви всем, народ. Благодарю. Доброе пожелание. Очень доброе. Друзья мои, давайте все-таки жить. Жить, а не существовать. Ну да. Вот если мы будем жить, то будет... И банки ставить. Будем жить и ставить банки. Это очень полезно. Ну что ж, да. Жизнь, она многогранная штука. И бывает так, что что-то кажется не очень приятным на первый взгляд, а потом, знаете, как хорошо бывает. Это как в анекдоте, когда мужик идет по пустыне и тащит на себе рельсу
тяжелый такой, весь уже вспотел. Другой мужик идет рядом налегке, да? Говорит, что ж ты рельсы-то тащишь? Зачем тебе вспотел? Он вдруг, а вдруг льва встретим? Ну и что? Что ты драться, что ли? Рельсы будешь в него кидаться? Не, рельсу я в него кидать не буду. Я просто ее сброшу. Знаешь, как легко бежать будет? Да, вот из этой же серии. Так что давайте все-таки не будем усложнять себе жизнь, а делать ее прекрасной. Всегда для того, чтобы жизнь воспринималась прекрасно, необходимо иметь чуточку, самую малость здоровья. Вот когда у вас есть здоровье, тогда и жизнь хорошая. А вот чтобы здоровье сделать, парадокс, сначала надо жизнь хорошую сделать. Так что это все взаимосвязано между собой. Иначе, если нет основы хорошей жизни, то и здоровья хорошего не будет. Придется постоянно где-то там пропадать на работе, жизнь свою тратить на каких-то там толстосумов, на них горбатиться. И жизнь будет проходить мимо, будете здоровье терять. Ну, в общем, все это взаимосвязано, поэтому сейчас, наверное, философствовать не буду. Просто напомню вам, что сегодня по одному из современных календарей 3 апреля 2018 года, вторник, по одному из старинных 33-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета, четверик, вакуум, градиентная терапия. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор Захар Белинский, Арират. Вопросы, если у вас появляются, напоминаю, пишите только на тех ресурсах, где мы можем их видеть. Ресурсы Народного славянского радио, slavradio.org, это наш сайт. Там есть форма обратной связи, там есть чат. Или на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. В других местах мы просто ваши вопросы не видим. И поэтому эти ваши вопросы и реплики будут как на деревню к дедушке. Вот если хотите, чтобы это все вошло в передачу, то, пожалуйста, пишите нам на наших ресурсах. Да, ребят. Алексей, возможно, последнюю реплику вставлю? Да, вставляй, конечно. Да, я хотел сказать, если у кого появятся вопросы какие-то по поводу непосредственно аппарата вакуум-градиентной терапии, пишите, обращайтесь, расскажем, покажем, объясним, предложим все, что сможем. Вот, так что... Да, если у вас вопросы будут, и вы не найдете Захара, то в этом случае через форум обратной связи можете на радио писать, и я все передам. Когда ты спросил, Алексей, можно ли я вставлю, я, так, знаешь, обычно врачам не сопротивляюсь. Ну, раз врач сказал вставит, значит вставит, а уж чего там будет, я не знаю. Ну, ладно, вот на этой веселой нотке я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами было Народное славянское радио, Захар Белинский, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. Берегите себя. Народное славянское радио. Пора просыпаться.